Зарождение воскресной школы нашей церкви началось задолго до ее официального старта. Во времена гонений, когда церковь собиралась по домам, с детками проводились занятия в доме Степана Селюка. Когда 8 октября 1989 года начала работу воскресная школа 2-й Минской церкви ХВЕ, ныне Церковь Благодать, она уже насчитывала около 200 детей. Занятия проводились в здании молитвенного дома по улице Собинова, 40. Сначала в дневное время в братской и хоровой комнатах, а затем в сторожке, а также и во время вечернего собрания. Первыми преподавателями были Ключник Татьяна и Валентина, Шапель Доминика, Осипова Валентина, Шемет Валентина, Бондарь Ирина, Бомбешка Владимир. Первым директором воскресной школы стал Дроздов Матвей Емельянович, несший в то время служение диакона церкви. Летом 1992 года, когда наша церковь стала собираться в Арочнике, директором воскресной школы стал диакон Виктор Лобоцкий, которого в сентябре 1994 года сменил Бомбешка Владимир Иванович. К тому времени, когда осенью 99 года Валентина Сергеевна Будько стала директором, в воскресной школе обучалось 760 детей и трудилось 70 учителей. Активно организовывались детские лагеря, воскресные школы на каникулах, развивалось международное сотрудничество в сфере детского служения, и многие дети смогли побывать за рубежом. На смену Валентине Сергеевне, вложившей много сил в развитие детского служения и не только в родной церкви, но и во всей Беларуси, в 2010 году пришел Виктор Иосифович Беня. Он вместе с командой стали усердно молиться и искать место для проведения детских летних лагерей. Активное участие в этом принимал также Леонид Пацевич. В скором времени Бог устроил этот вопрос. Сегодня мы имеем базу отдыха, которая является большим благословением для людей нашей церкви. С 2015 года служение директора в течение нескольких лет нес Дмитрий Владимирович Шедловский. В церкви также имеется служение подросткам «Грейс Тинс», которое с 2018 года обрело независимый статус и насчитывает сейчас более 200 человек. А трудится с ними 51 служитель. Нет большей радости, чем видеть, что наши дети ходят в истине. Никто не препятствует им быть вместе с нами в служении, возрастать духовно в стенах воскресной школы. Верим, что в свое время они примут эстафету, чтобы служить другим и создавать нашу историю.